Здравствуйте, друзья, и добро пожаловать в северную столицу Санкт-Петербург. Сегодня не обойдется без большого хоккея. В гости к СКА пожаловал Барыкин. Еще один бросок и гол. СКА выходит вперед на исходе 6-й минуты игры. Партнеры то ли Грицука, то ли Гречанюка поздравляют. Нет, Грицук бросал с вершины. А вот, да, вот тут было касание. А вот кого шайба попала, в Зинченко или в игрока Бориса, сложно сказать. Гречанюк, по-моему, ее не коснулся. По-моему, попала шайба в клюшку Гайтамирова. И от нее отлетела в ворота. Вот тут хорошо видно. Да, я думаю, что это гол Арсения Грицука. На него эту шайбу запишут. Вот тут Зыков сам бросает. И смотрите, как опасно. Я об этом и говорил. Глотов попадает. Гол! С разворота в самую девятку. Практически без подготовки. Ну, примерно представлял, конечно, Глотов, где находится ворота. Глотов не стал бросать. Классный пас на ближний, гол, 3-0. Давайте еще раз посмотрим. Там открытая передача. Фальков без шлема остался. Еще раз смотрим. А, ну вообще, конечно, да, основания-то были для удаления. Ну вот так смотрю, по-прежнему первая шайба. Гол, гол! Подправил Зинченко, только сказал о том, что первая шайба по-прежнему значится за Гречанюком. Никаких изменений в текстовой трансляции до сих пор нет. И передачи в этой атаке. И еще одна атака СКА. Гол! Пятая влетает, Хайруллин дубль оформляет. Пускуали смотрит в сторону скамейки запасных. А Шутов не смотрит в сторону Пускуали. Обманул голкипера Хайруллин. А, тут еще и рикошет был. Тут еще и рикошет был от клюшки Скленички. Шайба как раз улетела в домик. Вроде бы минимальное касательство. Вот тут можно что-то придумать. Грицок направо. Гол. Шестая залетает. И да, вот теперь Шутов. Андрей Шутов поедет подменять Эдварда Пускуали. Вернулся сегодня Пускуали в состав Бориса, но ничем своей команде не помог. Не могу сказать, что ужасно отыграл, но, наверное, в паре ситуаций мог бы выручить вот тут. Почему? Прошла шайба под щитком и буквально заползла в ворота. Дубль Василия Глотова. Выцарапает шайбу. Но сам не выцарапал, партнерам помог это сделать. И опаснейший бросок Фальковского. Входит в зону по левому краю. Гол! Фальковский забивает. Вернулся он в состав сегодня и напрасно забил. Смотрите, паузу отличную выдержал. И тут два игрока Бориса связались на пятачке с одним хоккеистом СКА. Такого, конечно, быть не должно. Гайтамиров и Шестаков.